утра. Мы проснулись, мы уже даже посмотрели кино, позавтракали. Дэнни и Габриэла и Скарлетт остались у Джонатана ночевать. Они уже звонили, в общем, скоро будут. А я получилось так, что я спала вместе и со старшей, и с младшей. Старшая решила, что она хочет со мной спать сегодня. И потом младшая к нам тоже переселилась. И проснулись мы все вместе втроем в одной кровати. Было очень даже симпатично. Тремя до всех. Пора вставать, уже утро. И эта сама Анжелика с ней игралась. Она, в общем, была очень мимимишна. Так что с добрым утром всем. Пошли мы это самое дела делать. Не то второй завтрак, не то ранний обед. В общем, у меня тут шуба, оливье, крабовые помидорчики тут и холодец, и горячий чай. Дочь вернулась, папа ей купил куклу. Что мне ее дали? Oh, she's a cranky one. No. Итак, мы все пообедали. Уже некоторое время достаточно долгое прошло. И мы выходим из дома. У нас солнечная погода, но прохладная по сравнению со вчера. Мы решили ехать на землю. Нашу землю. Так что видите, Гриш, как она у нас выглядит. В общем, Тринити держит вот это фото. Это у нас Джульет, когда она была бебечкой. Не могу сфокусироваться. Она кричит, что это никакая не Джульет, это у нас Габриэль, и хоть и трес... Габриэль, yes. И я решила, что соглашусь с ней. Ну, вам я рассказала, кто это на самом деле. В общем, наша земля находится минут 20 езды от нашего дома. Это в другом городе, и даже не в самом городе, а немного за городом. В общем, такое вот сельское поселение там. А у нас 5 акров земли. Дэнни там в прошлом году валял некоторые деревья. Мы хотим взять дрова для огня. А также я хочу найти дерево, которое я могу украсить сегодня, типа как под Рождество. В общем, Габриэль будет стрелять стрелы. Вот наша земля, это наша дорога. Сюда заезжаем. Это все наше. В общем, 5 акров земли. Тут Дэнни когда-то делал дорогу, но она уже подросла. Ну, мы сейчас побредем. Do you hear a rooster? What did rooster say? Чей-то петух, как кукарека это. Be careful, watch out. You cold? Well, you should have grabbed the jacket. You... Okay, there's a great jacket. Go get it. I'll wait for you. Деревья вокруг. Но сейчас хоть без листьев более-менее видно, что где. С листьями бы вы тут ничего не заметили. Потому что это самое. Слишком густо здесь. Хоть Дэнни уже выломал кучу деревьев, но все равно. Вот тут маленькие такие деревца есть. Можно под елочку, типа. Но я ищу обыкновенное дерево. Я хочу его покрасить в белый цвет, туда фонарики, снежинками завешивать. Потому что я потом расскажу, почему. Окей. В общем, Скарлетт одела кофту, а то замерзла уже. Она так вырядилась непонятно. Подумала, наверное, что у нас тепло, как вчера. В общем, пойдем с ней бродить по лесу. Вот этот путь, что вот мы прошли, это типа как туда, куда бы мы заезжали на дорогу, короче, на нашу землю. Да я не хочу, чтобы мы были подальше от дороги. А здесь он вот освобождал место, чтобы строить дом. Ну, пока что на этом все и закончилось. Но, как видите, у нас тут деревья валяются. Можно, короче, порубать.
на дрова. Ну, пока что-то я не вижу красивых никаких деревцев, которые прям... А я хочу. Yeah, it's a vine. Какая-то засушенная лиана. Be careful, it's gonna bunk you on the head. Big one. Big one, long one, yeah. Вот это был бы задний двор. А вот это дорогу ни с этой стороны не видно, ни с этой. В общем, классно. You see, daddy put a little bowl for the deer to come and eat. Ням-ням-ням, corn. Дэнни одел на меня шапку оранжевую, потому что у нас до сих пор еще сезон охоты с ружьем. А сзади нашей земли охотничья земля. И охотники могут быть там. Так что, чтобы видно было людей, они должны одевать вот такие яркие цвета. Мами, you want to go that way? Mm-hmm. Who's there? It's Scarlett! 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 Scarlett говорит, нашла что-то тут. Вон. Грибы растут на дереве старом. Мне понравилось там одно деревце, Дэнни пытается его сломать. Вот это Дэнни трактор, которым он срывал деревья. Скарли тоже фотографирует брата. Окей. A little bit too high. Да это вон. Like немного высоко. Но вот это что рядом с серединой, он сделал, когда я его фотографировала. Говорит, твоя фотография, видно, помогла мне сконцентрироваться. Oh my gosh. Comes right below, huh? Oh wow. That is nice. Hi. Aim it down. That's a giant. Johnny, is that yummy candy? Mom, look, that's flat. A giant. You aim it down, it's mm-hmm. going to get there quicker, which giant means it may house. Be high. Yeah, somebody saw. Can I go get a red candy? Go ahead. Oh, one. Oh, is that good? В общем, пока брат стреляет, девчонки тут играются с куклой новой. For me? Thank you. Oh. I get hiccups when I'm excited. Oh boy. Соседский кот залез под нашу машину, так что девчонки возбудились. Oh, Denise, our car, my goodness. Так, Тринка захотела в туалет, так что мы уезжаем. О, пошли выпрашивать у папы еще одну куклу, только уже для Тринити.
пути домой мы заехали в Walmart. Папа купил мне краску для моего дерева. Ну и пару фильмов мы дешевых нашли. Скарли тут тоже думает, что ей надо что-то купить. You like those? Yeah. Yeah. That's what you want for your birthday or Christmas? And can you give me some fan paper? Oh. You want those ones to match your pony at home? Yeah, I just want you to give me fan paper. Okay. В общем, набираемся идей к ее дню рождения и Рождеству. Come on, I just missed it. Итак, я всех покормила, и теперь мы с Анжеликой едем в Sam's Club. Анжелика за рулем. Она не водила с мая месяца, так что не знаю. Avoid the car and trash cans, and we will be alright. And make a full stop on a stop sign. Okay. I hope you found somebody. Everyone you talk like that, you make one girlfriend. Chicky Burns. You watch the road. Моя дочь довезла меня до магазина. My daughter brought me to the store. Wow! Real life. В общем, мы решили покушать сам с клубом. Я буду есть сосиску, Анжелика ест пиццу. Что-то вот ей захотелось. Всем приятного аппетита. В общем, Анжелика не захотела ехать домой. Мы приехали к Росу. Не знаю почему. Потому что ей дома скучно. В общем, она меня привезла. Мы доехали. Моих девчонок вечно шизана одеяло. На мягенькие пушистые одеялки. А я вот смотрела на некоторую мебель здесь. Мне понравилась вот эта штука на кухне. Тесто это самое раскатывать здесь было бы прикольно. И тут всякие штучки хранить можно. $90. Итак, мы дома, я уже заварила чай, сейчас он там заваривается, короче, это, ой, в общем, буду расслабляться, хотя у меня гора посуды стоит, ну, пусть стоит, будет время, будет желание, по-моему, не будет, мыть утром, вот такая я, в общем, живы-здоровы приехали. Назад я уже вела сама, Анжелика говорит, я, наверное, дам тебе вести. Я говорю, ну и хорошо, мне меньше стресса. Что-то я так подумала и решила, что буду закрывать я уже влог, хотя мы еще давно, далеко не спим еще. Ну, я думаю, уже ничего особенного не будет происходить, так что я буду с вами прощаться. Спасибо большое за просмотр, за ваши лайки, комментарии и за то, что вы меня поддерживаете, просматриваете видео. Очень вам благодарна. Как всегда, и желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и bye-bye.